черное и белое. Разговор пойдет о графике. Графика в своем виде, как мы с вами привыкли, такой наиболее распространенный вид, это какой-то рисунок, например, простым карандашом, графический рисунок или тушью. Но на самом деле графика бывает и цветная. Графические материалы разнообразны. Мы можем с вами не говорить только о простом карандаше. Это могут быть и цветные фломастеры, и линеры, и тушь, и перо, и также акварельная краска, пастель, масляная пастель. Сейчас мы с вами посмотрим все эти материалы. Я покажу, чем они друг от друга будут отличаться. Посмотрите, все, что, ребята, находится у меня здесь на столе, все будет относиться к графике. Все, что цветные фломастеры, маркеры, гелевые ручки, линеры, это все-все-все, цветные карандаши, пастель, это все будет графиком. Все, что вы видите здесь у меня, может создать замечательное графическое произведение. Графика вообще делится на два вида, как мы уже с вами говорили. Графика, рисунок и тиражная графика. Есть еще станковая графика. Можно много делать разновидностей и делить графику на разные виды изобразительного искусства. Но главное, что мы с вами видим, какое многообразие перед вами материалов и техник, которые все будет подразумевать под таким словом графика. Под видом изобразительного искусства графики. Вот смотрите, у меня есть вот такой вот кусочек линолеума. Как вы видите, здесь вырезана рыбка. Вырезается она специальными вот такими вот инструментами. Вот такой набор гравера. Вот, они острые довольно-таки на конце. Их иногда подтачивает художник и вырезает прямо из кусочка линолеума. Вот таким образом получается у нас вот такая вот рыбка. Она выпуклая. Потом берется валик. Краска наносится, делается отпечаток, и получаются вот такие вот картинки. Это называется, будет относиться к тиражной графике. То есть мы благодаря этой рыбке можем сделать таких много-много разных вещей. Отличаться будет графика печатная только тем, на каком материале сделан вот этот вот первоначальный рисунок. Он может быть сделан на камне, на металле, на дереве может быть сделан, или на кусочке линолеума, как в нашем случае. И потом делается много-много оттисков. То есть мы можем с вами не печатать на станке, как печатаются, например, газеты или журналы, а мы можем печатать это в домашних условиях. Вы, кстати, дома тоже можете попробовать. У меня есть вот такая вот, например, кошка, вырезана из линолеума, потом покрываете краской, и получаются вот такие вот замечательные работы. Видите, здесь у меня вот такие вот отпечатки. То есть печать мы делаем, да, с вами? Это тоже инструменты художника по гравюре. Здесь у нас есть еще графический материал. Акварельные карандаши, они очень интересны. Могут быть и простые карандаши, они тоже относятся к графике. Например, мы можем нарисовать, они очень яркие, сочные. А если мы... Посмотрите, какой яркий цвет. Это тоже будет графика. Оказывается, она может быть не только черно-белая. Графика может быть еще и из пастелью. Вот такой вот, вот такие вот цветные мелочки, которые мы с вами видим, их можно тоже нанести, они очень яркие, а потом растушевать, и он даст нам такой нежный пастельный оттенок. Также графику мы можем использовать разные карандаши, соусы, разные мелки, которые называются сепия или сангина. Это тоже будет графика. Например, работа выполнена вот в таких коричневатых оттенках, это будет сепия. Или, например, обычный уголь. Это тоже будет графика. Черно-белая, более привычная нам. А также к графике относятся и акварельные краски. Конечно, акварель можно использовать по-разному. Если мы будем тонко наносить, например, акварельные краски и дополнять их какими-то, может быть, даже можно дополнять линиями черно-белыми. Очень интересные получится сочетания. Вы тоже можете дома проэкспериментировать и использовать разные материалы для того, чтобы создать графическую работу. Также к графике относятся и рисование тушью и пером. Вот здесь мы с вами видим, вот как у нас пишет тушь. В основном она черно-белая тушью, когда пишет, но ей можно также писать, есть тушь цветная. Очень интересный тоже получается эффект. Ну вот, какое многообразие материалов мы с вами увидели, и все мы это будем относить к такому интересному виду изобразительного искусства, как графика.